Всем привет, девочки, мальчики. Не могла я вас оставить без ужина. Посмотрите, что у нас на ужин. Вот такой карась зажаривается. Видите, сколько икры? Пришлось разложить вот эту икру на два кусочка. Вот такая будет вкуснота. Дальше я вам покажу все как есть. О, видите? Ой, ой, ой. Ой, такие кусочки. Голова вкусняцкая будет. Вот так вот сейчас вот будем переворачивать. Петя, подержи вот так вот. Только камеру не закрывай. Я хочу попытаться передвигать. Ну, а то сковорода у меня такая. Ты можно... немножко похулиганить. Ой, видите, прям начнем с головы. Ты же сегодня покупала вот так. А я купила для салата это. Хваточка. И прихваточка. Ой. Ой, 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 такие прям кусочки обалденные. Даже трясутся. Такую вкусноту переворачиваю. Ё-моё. Господи. Видите, какая вкуснотища. Она, видишь, вся жирная и даже разваливается. О, вот что у нас сегодня на ужин, девочки, мальчики. Вот как вот вам не показать такую вкуснотищу. Видите, и такая вкуснотища. Вот так вот. Видите? Сейчас с этой стороны зажарится. Местами и... там руками закрывала, такая пятак. Да, а, понятно. И потом у нас со вчерашнего дня еще осталось это кабачочек. Микроволновки. Микроволновочки разогреем. Ну все, вот такой у нас будет ужин. Ну все, вот такие у меня кусочки зажаристые. Голова у меня вот так, я ее еще и поставила на две минуточки. Все, всем. О, блин, я не включила. Включила камеру. Думала, не включила, девчонки, мальчишки. Все включила. Всем приятного аппетита!